Привет! Как вы знаете, все сегодня повернуты на здоровом образе жизни, ЗОЖ, но в основном он касается вопросов питания. А я хочу обратить ваше внимание на вопросы, связанные с позвоночником, поскольку, может быть, это для меня такая актуальная проблема. Я всю жизнь, в общем, имею некоторые проблемы с позвоночником, занимаюсь им, и поэтому, в общем, в самом деле могу оценить, насколько важны те или другие, значит, советы относительно правильного образа жизни. И вот весной вам рекомендовала такую вот ортопедическую подушку компании Кануда. Это южнокорейская компания. Кстати говоря, недавно подписалась на одну девушку, нашу русскую, которая живет в Сеуле, и увидела, что там просто это такой хит, именно вот эти подушки Кануда. Все спят исключительно на них, и даже вот она, приехав с мужем, маленькому сыну, они пошли подбирать подушку именно в этой. Ну, в общем, все эти небоскребы, офисы компании Кануда свидетельствуют о том, что она очень успешна, и что действительно все эти подушки абсолютный хит в Корее, просто буквально каждый там, значит, себе ее приобретает для того, чтобы спать, что, собственно говоря, неудивительно, потому что, надо сказать, что в восточной традиции всегда было известно их отношение к позвоночнику как к главному вообще источнику нашего здоровья, они очень внимательно следят за его состоянием. Тут у нее такое сделано углубление у подушки, если ты спишь на спине, вот если ты поворачиваешься на бок, то здесь есть, наоборот, возвышение, чтобы это удерживало, так сказать, расстояние между плечом и шеей. И, в общем, я считаю, что это очень полезная штука, которую я с абсолютным удовольствием рекомендую вам. У компании Кануда есть 60 дней на тест после приобретения подушки, что тоже, мне кажется, крайне разумным, потому что подушка не дешевая, но за 60 дней вы уж точно сможете установить ее пользу для вас, или там, она вам помогла или не помогла. Но что касается меня, то я абсолютно искренне рекомендую ортопедическую подушку, потому что мне она помогает, я совершенно по-другому ощущаю состояние шейных позвонков с утра, нет никаких головных болей, которые раньше частенько у меня бывали, потому что я смещала позвонки во время сна, что вот часто вообще случается у людей, у которых есть проблемы с позвоночником, а у всех они накапливаются с течением жизни. Так что, если воспользуетесь моей рекомендацией, буду рада и хорошего дня!